Перчик, перчик, перчик! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию «Защиты дома». Всем привет, всем привет, всем привет! Ой, ребятки, жопа. Если так можно сказать, я приехал домой буквально несколько часов назад. Кто не знает, то я был в Новосибирске. Я прилетел утром, я приехал домой, вырубился на один час, поспал, посмотрел какие-то там кошмары. Скорее всего, потому что мне кошмары как раз-таки снятся каждый день, ненормальные сны. Ну, очень давно они у меня были. Я вздремнул, сел за комп и сразу же записываю вам первый ролик после моего приезда. Угадайте, кому я ездил в Новосибирск. Эта персона, эта мадмуазель стоит прямо сейчас перед вами. Да, вот. Вот. Ездил я хоть и в Катеринцев в реальной жизни, но, конечно же, без Перчика, потому что Перчик — это воображаемая, несуществующая собака, которая существует только тогда, когда у тебя присутствует такая болезнь, как шизофрения. В плане, вы поняли, собаки у меня пока что в реальной жизни нет, кроме Люси, но это собака моих родителей. Поэтому ждем, когда у меня появится Перчик. Да, Перчик, дай я тебя за ухо поглажу. Оп, 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 смотрите, какой мирный. Вы не кусаешь меня сейчас за сраку, да? Вот сейчас я... Вот, чтобы понимали, я сейчас даже на нем прыгать могу. Перчик, ну давай, 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 фас, фас, Перчик, фас. Не, не. А бывают такие случаи, когда я на него посмотрю кос, он сразу меня хочет съесть. Поэтому, Перчик, будь нормальным, хотел сказать человеком, псиной. Будь нормальной псиной. Новая серия защиты дома. И как видите, в этой серии нам предстоит отбить атаку Гренни. Времени на самом деле очень мало, времени до ночи, а мне нужно идти хотя бы немножечко слитков, чтобы скрафтить себе ведро. Ведро набрать лавы и также... Ну, построить какие-то супер-мега-крутые ловушки. Поэтому, в первую очередь, нам сейчас нужно будет отправить... О, господи, у меня даже нормальных кирок нет, ребята. У меня нифига нормального нет. Нам нужно сейчас отправиться быстренько в какую-нибудь шахту, найти железо. Опа-на, опа-на! Я даже забыл в предыдущей серии то, что я нашел деревню. Возможно, в этой деревне будет еще что-то прикольное. Возможно, какая-то кузница. А в этой кузнице будет как раз-таки то самое железо, которое мне сейчас необходимо. Поэтому давайте мы сейчас сюда сгоняем и посмотрим. Тихонечко, чтобы никто не спалил. А пока я сюда топаю, пригнув свою сраку, чтобы никто не заметил то, что я сейчас хочу у них из деревни что-то стараторить. Да, есть кузница. Поставь, пожалуйста, лайкусик. Многие меня просят, мол, Эдисон, выпусти защиту дома. Я выпущу ее хоть каждый день. Именно для тебя. Главное, поставь лайкусик. Набирай много лайков, я обещаю. Все зависит только от тебя. Если не поставишь лайк, этот курносый тебя сейчас сожрет. Да, курносый? Смотри мне. Пацаны, я просто проверю, есть ли у вас дома тараканы. Санэпидемстанция, пацаны! Предъявите ваших тараканов! Где тараканы? Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Не, все нормально, пацаны, здесь нет тараканов, я ухожу! Пацаны, здесь нет никаких тараканов, я ошибся номером! Уборка номера, уборка номера, все нормально! А, кстати, да здесь слава уже есть. Дайте мне, пожалуйста, еще одно железо. Пожалуйста, мне нужно одно железо. Подайте, пожалуйста, на пропитание одно железо. На пропитание под... пожалуйста, да... Здорово! Не против того, что я так в окно вломился? Ну вот и хорошо. На пропитание под... Да ёпересет... И выйду также через окно, не против? Ну вот и хорошо. Подайте, пожалуйста. Мне нужно всего лишь одно железо. И все. Есть лава, есть два железа. Все, что нужно, это еще одно железо. Пожалуйста, пацаны, пожалуйста. Пожалуйста, подайте, пожалуйста, на пропитание бедному человеку. Нет. Нет. Ты смотри, фермер. Ты здесь фермер, да? Ты фермер, да? А если я стараторю всю твою пшеницу? Вот допустим, если... Вот смотри. А все, у тебя уже нет больше тут выращенной пшеницы. Да я пошел в сраку. Я пошел шахту искать. Я надеюсь, что меня не киданет эта шахта. И хотя бы, ну, да преподнесет мне одно железко. Вы же издеваетесь, а ёпты? Да нет, тут ни одного железа. Ах, ладно, пойдем в следующую шахту. Зачем я сюда вообще лез? Окей, где... Здорово, крылятина. Хочешь, пулю в задницу засажу? Я бы засадил, если бы у меня были патроны. Хе, так, опа, оп, 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 оп. Если я это сломаю, у меня опять срака будет. А, сейчас реально срака какая-то наступила. Я еле как выбрался. Так, опа, ёпты, 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 ёпты. Так, смотрите... Что у меня здесь есть? Это то, что мне нужно было с самого начала. Это железо, конечно же. Один, два железа. Здесь снизу есть еще немножечко.
А чем больше железа, тем лучше жизнь, как мы знаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть я смогу себе скрафтить и железные инструменты, и ведро, и плюс к этому всему. Что еще здесь есть? Давайте немножко добудем угля, потому что уголь нам сейчас пригодится для того, чтобы пережарить железо. Немного, я честно, я не буду здесь сидеть. 3 hours later. Хотя нет, буду, потому что железо все же добывается очень медленно. И уголь тоже. Да и вообще в шахте все очень медленно происходит. Знаете, тут как будто время застывает. В реальной жизни проходит 1 минута, а здесь проходит 5 секунд. Все, я уже заколебался этот уголь добывать, поэтому давайте валим отсюда. Пожалуйста, да, хотел попросить, чтобы мне дали железо. Ну ладно, не хотите мне давать железо, значит я сам его найду. Вниз копают только нубы, нуб не Эдисон, поверь. Смотрите, если я сейчас умру, делайте свои ставки в комментах, ребята. Если я сейчас умру, я, конечно, буду самым большим лохопудом на этой планете. Но если я смогу докопаться до бедрока... Это уже бедрок? Это уже бедрок? Все? 4-я высота? Да ну нафиг. Все. Вызовите МЧС, пожалуйста. Пацанчики, здорово всем! Ну, здоровенькие были! Так, смотрите, значит, у меня есть печка. Ставим печку, засовываем сюда уголь, ставим один сюда уголь, ставим одно железо. Ждем ведро! Утренняя куховарка! Повар Едисон к вашим услугам! Хотите мармеладный соус в переплавленном джакузном кетчупе майонезном фрапучино? Хотите? А я знаю, как это готовить. Сам только что рецепт такой придумал. Прекрасный рецепт. Маме своей готовил в детстве. Мама блевала, конечно, каждый день от этого. Но хороший фрапучино был. Верстачок, пятачок, оп-оп-оп, ведерочка. Опа! Слушайте, а я же могу сделать себе еще одно ведро лавы. Почему бы и нет, как говорится у нас в народе. Раз, два, три. Сюда три. Оп-оп-оп-оп. 2 ведра лавы. Для того, чтобы отбиться от Гренни. Мне кажется, это будет просто дастишь фантастишь. Это я выброшу вот сюда. И это я тоже выброшу вот сюда. И вот, кто-то хочет жрать? Гнилую плоть кто-то хочет? Кто-то хочет? Не хочет. Никто мне не отвечает. Значит, я кину ее вообще вам в колодец, чтобы травануть вот всех. Рано или поздно. Да. Ой, меня спалили. 2 есть! Прекрасно! Это просто замечательно, ребята. Ждем еще 3-е железо. Забираем 3-е железо, ставим его вот сюда, ломаем вот эту печечку. Заходим в наш любименький верстачок и, конечно же, крафтим еще одно ведерочко. Ведерочко скрафтили, забираем этот наш прекраснейший верстачок, относим его домой к Катеридзе, чтобы Катеридзе его протерла от пыли. Здесь мы набираем еще одно ведро лавы. Не буду больше таким голосом никогда в жизни разговаривать. А пока я бегу домой, на самом деле, если разговаривать серьезно, ты знаешь, что я умею серьезно разговаривать. Если ты не видел предыдущую серию защиты дома, сейчас прямо над тобой появится подсказочка. Ты можешь на нее нажать и посмотреть, как мы отбивались от Венома, как на нас напала Гренни и, в принципе, как я опять дрался с Перчиком, со своей злой собакой. Готов? Нажми на подсказку. 1, 2, 3, оп! Смотри, пожалуйста, предыдущую серию, мне будет очень приятно, если вот это сделаешь. И также, пока я бегу домой, подпишись, пожалуйста, на канал, чтобы никогда не пропускать в первую очередь мои ролики, которые выходят раз в день, иногда даже 2 ролика в день. И также стримы, которые я запускаю раз в 2 дня. Если тебе скучно после того, как ты сделал дома домашнее задание, если тебе скучно после школы, подписывайся, нажимай на колокольцы, и ты никогда не пропустишь мои новые ролики и стримы. Катюха! Я пронес пропитание нашей семье. Держи. Яблище. 5 яблищ. Были бы у тебя яблище, я бы домой не таскал. Катя, я пошутил, у тебя есть яблище. Ну, в смысле, вот одно, вот второй. Отстаньте, пожалуйста. Пожалуйста, отстаньте. Я скушаю хлебушек. Хлебопоплочные изделия я скушаю. И сейчас мне нужно купить... Афанасий, ты почему встал? Ты же сидеть любишь. Афанасий, сядь, пожалуйста. Так, что мне нужно купить? Ведро лавы, конечно, я могу купить, но зачем? У меня есть 18... Ёперес, это кто стрелял? А! Иди, почтальон Печкин какой-то приперся, значит, да? Иди, подошел, давай. Опа, хуяк. Ой, извините за мат. Но это не мат. Опа. Опа, ра-пу-пу-пу-пу-ку-чи-кунь-ю. Ты что, издеваешься? Ни одного патру... Ты что... 2 патрона? Он мне 2 патрона принес, прикинь?
Афанасий! Мне нужны какие-то ловушки. Дай мне, пожалуйста, еще одни шипы. Рядовой Петрович, дайте мне, пожалуйста... Где? Мне нужно еще один магазин купить. Прекрасно. Хотя, смотрите, у меня столько патронов, то что я могу купить еще 3 магазина. Точнее, у меня столько золотых монет, я куплю себе еще одну гранату и куплю себе еще одну мину. Вот в этой серии как раз-таки у нас будет очень много шансов для того, чтобы защититься от Гренюшки. Перчик! Готовь свои зубы, точнее, точи свои зубы. В скором времени мы сразимся с этими проклятыми старухенциями. Ждите. Сейчас нам нужно просто быстренько построить ловушечки. Я надеюсь, что мы с этим справимся. Я кормил тебя, сволочь. Кормил тебя уже сегодня 38 раз. Хватит жрать. Пузо, смотри, какой я откормил. В землю уже проваливается. Хватит жрать, перчик, успокойся. Успокойся. Вискоса не напасешься. Хоть вискос, как я знаю, это вроде для... Ай-яй-яй-яй-яй. Вискос это вроде для... Для кошек, да? А не для собак. Пацан, уйди, пожалуйста. Уйди ради всего святого. Уйди, пожалуйста. Уйди, все. Опа! Хотя нет, пистолет нормально. Сколько там патронов, мне интересно. Очень даже сильно. Ноль. Вы какие... Ёперэсэта! Бабульки, подождите, пожалуйста. Мне кажется, или это небольшая такая пасхалка, или это небольшой такой намек, что кто нападет на нас в следующей серии, а? Дебил этот! Хоть он и учитель, но на самом деле он дебил! Бабульки. Ничего, ничего. Ребятки, мы с вами прямо сейчас начнем строить ловушки. Начнем строить троллинг-зону для того, чтобы вот эти бабульки никак не смогли сюда пройти. Я очень надеюсь, что у нас получится это сделать, поэтому приступаем! Здесь я вырою вот такую небольшую ямочку. Вот сюда и заполню ее также, ну немножечко, всего лишь, ну прям капельку лавы. Вот прям столечко, все, больше не будет. Вот еще сюда и все, больше не будет. Нормально, я просто вспомнил то, что из каждого монстра, которого мы убиваем, из каждого монстра выпадают золотые монеты для того, чтобы мы в следующих сериях смогли себе купить нужные какие-то нам ресурсы. Патроны, ловушки и прочее. Если я вот все здесь залью лавой, то из них выпадут, конечно же, золотые монеты, но они попросту сгорят. А мне не нужно, чтобы они сгорели. Поэтому как раз-таки нужно что-то предпринять. И нужно поставить не так уж и много лавы, чтобы они сюда хлюпнулись. Я даже, наверное, вот это сейчас закрою. Чтобы они сюда хлюпнулись, немножко переплыли и вот умерли вот здесь на... Ай! На шипах я сам только что не рипнулся, а почему... Мать вашу, а? Слушай, ты пирожок. Ты что? Ты... Ну хватит! Хватит! А почему бабульки воздух, я не знаю. Бабульки летают, пирожок, ты бы лучше... это как экзорцистов вызывал, чтобы... Хотя бабулька и так демон, какие экзорцисты, а? Я чё-то туплю на самом деле. Опа, опа! Пирожок еще один умер. Нормально! Мы поставим мину. На всякий случай мина у нас будет находиться примерно вот здесь. Вот смотрите. Или мину все же поставить лучше потом. Хотя нет, смотрите. Я поставлю мину вот сюда. Все! Надо отойти, ребята, потому что если я близко подойду к этой мине, то мы все прекрасно знаем, что случится. Вы реально не знаете, что случится, если я близко подойду к мине? Па! Вот что случится, поэтому лучше к ней вообще близко в жизни никогда не подходить. Бабульки, мне нужно здесь застроить все как можно тщательнее. То есть и землю, и песок, и все блоки, которые у меня есть. Для того, чтобы бабульки просто упали вот в эту лаву. Все нормально, бабки? Все нормально? Семечки продаете? Бабулька, сколько стоит стакан семечек, а? Или ты не та бабулька? Или ты та бабулька, которая мне сейчас сердце съест? Ну, твои гнилые зубы, наверное, на это и намекают, да? То, что ты семечки не продаешь. Ты человеческими сердцами торгуешь, да? Ну, скорее всего. Они сюда будут забегать, такие, опа, ёпа, мопа, такие, оп, такие, потом такие, такие, папа, папа, пупу, шипы, пупу, потом такие, туда, такие, пу! Примерно я представляю то, что будет, оно выглядит именно вот так, то, что мои ловушки будут работать именно вот с такой моей озвучкой. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Здесь все я закрою блоками, чтобы бабуганцы не смогли здесь ничего обойти, чтобы они сразу следовали вот сюда.
в жерло моих самых крутых ловушек на этой планете. В следующей серии, как я понимаю, самый близкий друг бабульки — это Балди. Поэтому мне его нужно будет убить в следующей серии. Ребята, смотрите еще раз. Бабульки будут сюда забегать, я им кину под ноги гранату. Я надеюсь, что с этой гранатой хотя бы 2-3 бабульки все же доскончаются. А после этого уже, конечно же, пойдет дело за лавой, шипами, миной и потом в конце перчиком, который надерет им всем задницу. Середина дня. До конца дня еще очень много осталось. Поэтому, наверное, с гранатой в руках я сейчас закончу эту серию. У меня граната в руках! Ставь лайк прямо сейчас и подписывайся на канал, если не хочешь, чтобы я взорвал этот канал. Чертовой бабушке, пожалуйста, поставь лайк прямо сейчас и подпишись на канал, нажми на колокольчик. Пожалуйста, я взорву сейчас эту гранату. Я вытащу это кольцо и взорву к чертовой бабушке всех, кто сейчас смотрит этот ролик. Поставь, пожалуйста, лайк. Поставил? Ты что, да это рука, какая граната? Ты реально поверил то, что моя рука превратилась в гранату? Ты шо? А на самом деле, ребятушечки, и ты в том числе, я прямо сейчас на тебя смотрю. Я хочу попросить тебя действительно поставить лайкусик, подписаться на этот канал. Если мы прямо сейчас наберем хотя бы 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия «Защиты дома». В следующей серии мы с вами расправимся с этими бабульками, ну или бабульки с нами расправятся. И потом, как вы видите, возле моего правого глаза, где он? Где он? Вот он, видите, вот там рожится его. Мы будем сражаться с ним в следующей серии. Я надеюсь, что у нас тоже получится его. Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап! Ставь лайк, подписывайся на канал, я хлебану кофеечек за твое здоровье. Скажу всем огромное спасибо, всем удачи и всем пока.